Погибель настигла нашу семью. Я прожил всю свою жизнь, копаясь под землей, и заработал на этом немало. Нанял людей, основал компанию и построил шахтерский городок. Наша шахта, окутана темными слухами, постоянно притягивала несчастные случаи. Я не обращал на это внимания, но однажды я встретил слепую женщину, которая называла себя Зрячей. Она сказала, что наша шахта — это врата к мифическому запретному могуществу. Я бросил все свои средства на то, чтобы пробуриться как можно глубже в поисках давно погребенных секретов под этой горой, растрачивая остатки состояния нашей семьи на угрюмых рабочих и прочные кирки. Наконец-то, среди древних скал мы наткнулись на проклятые врата древнейшего зла. Каждый наш шаг нарушал древний покой, пока мы не оказались во власти смерти и безумия. В конце концов, лишь я один, смеясь и вопя, брел по лабиринтам, которые мы выкопали за эти годы, пока сознание не покинуло меня. Ты никогда меня не знал, но, умоляю тебя, приди к моим шахтам, прими права на наследство и избавь наш род от этого проклятия.